зовут Надаршина Рената, мне 16 лет, и я являюсь финалисткой республиканского конкурса «Мисс Башкортостан 2017». Экологическая проблема – это самая главная проблема современности. Именно поэтому я с учениками лицея номер 106 Содружества решила сделать мир красивее и чище. Приятно осознавать, что дети, которые обучаются в нашем лицее, занимают активную жизненную позицию. Инициатором данного проекта «Сделаем наш мир чище и красивее» является Надаршина Ринат, ученица 9 класса лицея Содружества. Желаем удачи в конкурсе, победы и всего самого-самого светлого на ее пути. Как мы сделали нашу школу красивее, мы решили сделать наш город чище. Посмотрите, какую мы клумбу засадили! Какие мы молодцы! Все ученики лицея Содружества желают Ренате победы!